Tra di loro non si sono scappati. Sì, sì, sicuramente. Comunque però lo scontro c'è stato, cioè loro non gli hanno sparato quando stavano. Ma come se fosse guardi in America, vengono in un altro paese e comincia a fuori territorio di niente. Cioè cosa succede? Quindi è già stanno. And they kept shooting at the heads. Some of the armed men appeared to fire into the air, blaming the guardsmen for interrupting the referendum. Border with Donetsk. He's got this escort of APCs and he's in a cottage below right now about how to conduct the operation in eastern Ukraine. Вы ставите перед собой такую цель, чтобы граждане в захваченных территориях Донецке и в Луганске смогли на своих участках проголосовать уже в воскресенье? Я хочу сказать, что можем очистить от террористов и Донецку, и Луганскую область. Кроме того, я провел нараду с керівниками силовых структур. Раньше работал в Министерстве внутренних дел Республики Грузии, то есть сам я полицейский по профессии. У вас милиционер, у нас полицейский. Для генерала была она. Пачка, ну давайте, я говорю, давайте, товарищ генерал. Сразу. Это видите, как пистолет. За мужность и героизм. Ой, то настоящий? Справжний. Можно зараз проверить. Служу в ГСБУ. Вот, понял, началось движение бетеров. Вот, ну и они, короче, там тоже пошли. Ну а я что и говорил, у нас тоже есть снайпера, было заметно, они его и грохнули. Короче говоря, второй не знаю, там раненый, не раненый. У нас тоже хорошие есть работы. Наемник или поляк, или немец, одно из двух. Это все выясни. Перед этим группу задержали, тоже были поляки. Вот. Ну, короче говоря, они сказали, что еще остались поляки и немцы. Небольшая группа по 5-6 человек. В основном работают они.